В ефірі прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. Наразі поговоримо про те, що в Дніпрі волонтери шукають помічників для привітання людей з інвалідністю з новорічними святами. Про це говоримо з Ольгою Зиряновою, засновницею громадської організації «Кожна людина гідна». Пані Ольга, я вас вітаю. Добрий день. Розповідайте, чому саме діти з інвалідністю і які саме волонтери вам потрібні? Я так розумію, що це далеко не просто, так, якісь фінансові допомоги. Добрий день всім. Почему именно дети с инвалидностью, а почему бы и не дети с инвалидностью? На самом деле, я не делю детей на обычных детей и на детей с инвалидностью. Просто так совпало, что в нашем государстве есть отдельные учреждения конкретно для детей и для людей с инвалидностью. Именно по этой причине мы собираем подарки для этой категории, потому что эти ребята живут в этих интернатных учреждениях. Но при этом у нас еще также есть интернаты с обычными детками, семьи, которые живут в сложных жизненных обстоятельствах. Мы тоже с ними работаем, немножко им помогаем, курируем. Ну а впоследствии, когда мы стали уже проводить наши акции, кстати, в этом году это уже 8-й раз, как мы проводим такую акцию, мы стали знакомиться и с семьями, которые воспитывают деток с инвалидностью, и мы понимаем, что эти люди оказываются в такой определенной социальной изоляции в силу того, что сложности и выезда деток, и определенный график, режим жизни семьи меняется, поэтому эти семьи оказываются как немножко не у дел. Поэтому мы решили, что мы хотим добавлять небольших каких-то красок, какой-то яркости в их жизнь. И плюс наша акция рассчитана на то, чтобы не собирать просто финансы, а наша заинтересованность, чтобы люди подключались сами лично и, возможно, полностью собирали подарок для конкретного ребенка, либо какие-то принадлежности покупали. Мы потом упаковываем совместно эти подарки и точно так также вместе потом эти подарки дарим, организовываем праздничные мероприятия для этих детей. И, в принципе, мы общаемся, дружим с этими ребятами на протяжении всего года, не только в Рождество. Поэтому волонтеры нужны, в принципе, круглый год. Ребята очень нуждаются в общении, в дружеских каких-то, возможно, переписках, возможно, поездках. Мы организовываем различного формата культурные мероприятия, выезды на природу. Конечно, ребята с инвалидностью подразумевает, что есть определенные нюансы в передвижении, есть определенные моменты, которые нужно продумывать, связанные там со специальными принадлежностями даже для туалета, для приема пищи. У нас уже в этом есть определенный опыт, и, в принципе, мы с ребятами и в палаточные походы ходили с ночевкой, и в различные поездки на 2-3 недели даже были у нас такие. Мы берем, да, определенную ответственность, конечно, на себя, но ребята очень настроены на то, чтобы выезжать, на то, чтобы становиться более активными, и поэтому максимальная помощь идет с их стороны, и, в принципе, работа волонтеров заключается в том, чтобы с ними дружить. Ну да, возможно, иногда нужно преодолевать ступеньки и какие-то препятствия, потому что, к сожалению, пока еще не совсем адаптирована архитектурно наша страна. Но, кстати, могу заметить, что очень видна тенденция к тому, что идет изменение. Возможно, не так быстро, как хотелось бы, но, в принципе, есть перемены в этом вопросе. Скажите, это само дети как с родин, так и дети в центрах, интернатах? Да, в этом году у нас мы также взяли как бы в наш проект такой реабилитационный центр «Мальва», который
работает для того, чтобы социализировать, адаптировать этих ребят, возможно, немножко давать возможность родителям работать, потому что все-таки кушать семье за что-то надо, поэтому такие дети, к сожалению, не могут зачастую быть самостоятельными. Допустим, когда в обычной семье растет ребенок, и ты понимаешь, что когда ему 6 лет, ты одну степень опеки ему должен, да, оказывать, и когда он вырастает в 15 лет, ты понимаешь, что ему, допустим, уже особо нянька не нужна. Но ребята с инвалидностью зачастую требуют к себе определенного ухода и внимания и в 18, и в 20, и в 25. Поэтому в этих центрах, в этом центре ребята находятся то время, когда родители могут работать. И мы 65 детей у нас из этого центра в списке. Мы решили, что мы немножко хотим поддержать эти семьи, потому что очень часто в таких семьях папы уходят, и в основном одни мамы воспитывают этих деток. Но не буду говорить, что все папы уходят. Есть папы, которые остаются в семьях и тоже принимают участие. Но в любом случае я понимаю, что таким людям очень важно тоже почувствовать, что они не одни, что есть громада, которая, в принципе, ну, отвечает своим требованиям и отвечает потребностям своих граждан. Вот, поэтому мы решили тоже ребят, которые в семьях воспитываются, тоже взять. Расскажите, как можно до вас долучитися, куда звертатися, как найти, можливо, продиктуйте ваш номер телефона? Есть в Фейсбуке группа «Кожна людина гідна». Вы можете зайти на нашу страничку, посмотреть вообще, чем мы занимаемся. Там есть полные сведения и о нашей деятельности, и конкретно обо мне. Контакты там есть. Продиктовать телефон? Ну, если можно, так, зараз. Мой номер телефона 093-69-05-704. Обращайтесь, звоните. Любого формата помощь будет нужна. С 15 декабря мы начинаем уже упаковку подарков. До 15 декабря мы подарки собираем, аккумулируем в нашем центре студенческом. И после этого будем упаковывать и уже развозить наши подарки к ребятам. Какие подарунки дети найчастіше замовляють? Ну, конечно же, дети нынешнего поколения не могут оставаться без гаджетов. Естественно, очень многие хотели бы себе айфоны последней модели, но мы все люди взрослые понимаем, что ну, пока это не в наших силах и не в наших возможностях. Но есть подарки от алмазной вышивки, пазлов и комнатных тапочек. Ну, а есть подростковые нормальные подарки, потребности, там, пауэрбанк, колонка портативная. Ну, то есть, по факту, это обычные дети, которые с обычными мечтами, с обычными стремлениями, они точно так же не просто хотят, они умеют любить, они умеют мечтать, они умеют быть классными, веселыми, они бывают точно так же, как и все остальные, злыми, иногда обиженными, огорченными. Это абсолютно, ну, полноценные, достойные члены нашего общества, возможно, с определенными особенностями, которые нужно учитывать, когда организовываешь какие-то мероприятия. Но в общем это обычные дети с обычными мечтами и желаниями. Трохи хочеться дізнатися про заходи, так, які проводить ваша організація. Мы работаем с ребятами на их территории. Мы также проводим мероприятия выездные. Конечно, карантин внес определенные коррективы. Все прекрасно понимают, что интернатные учреждения сейчас достаточно закрыты для того, чтобы посещать. В принципе, это объяснимо, и никто не возмущается, потому что ситуация непростая. Конечно, сейчас больше формат общения все-таки идет онлайн, потому что ребята
ограничены в доступе. Но в определенные моменты, вот в праздничные дни, в принципе, администрация и города разрешает проводить такие мероприятия. Я очень надеюсь, что все-таки красная зона наша до праздников успеет прекратиться, и мы все-таки сможем с праздничными программами к ребятам поехать. Но до карантина мы регулярно каждый месяц приезжали к ребятам с развлекательно-познавательными программами, плюс очень классно у нас проходили занятия с репетиторами, просто студенты из разных вузов нашего города занимались с ребятами, у кого было, конечно, желание, разными школьными предметами: математикой, украинским языком, английским, некоторые даже занимались биологией, географией, историей. Сейчас некоторые занятия продолжаются онлайн, но, конечно, онлайн не так эффективен, потому что все-таки живой контакт человек-человек более был бы хорош, но сейчас пока остался онлайн. Поэтому, если у вас есть желание, возможность и определенные компетенции, то, в принципе, репетиторы по-прежнему еще нужны по всем школьным предметам. Это дает возможность ребятам, когда они выпускаются из детского дома и заканчивают школу, попробовать себя в роли абитуриента и быть конкурентоспособным на фоне всех остальных абитуриентов. Потому что, конечно, домашние дети в разы будут более сильні в академічному смислі. Я так розумію, що потрібні і психологи, і, в принципі, люди майже будь-якої професії, да, там навіть водії фактично, які допоможуть транспортувати, наприклад, ці подарунки, правильно? Їх ще багато. Да, у нас в этом смысле тоже было бы неплохо, потому что мы, допустим, очень много на самом деле хороших, добрых людей. И это очень радует. Зачастую мы не тратим практически никаких денег, но находим формат, как взаимодействовать и как проводить какие-то мероприятия. Допустим, если вы там косметолог, массажист, реабилитолог, вот просто приглашают ребят к себе там в кабинет и проводят определенные процедуры, и вот тогда, да, нужен просто водитель с машиной, который помог бы ребятам приехать на место встречи. Возможно, когда подарки мы развозим, тоже, да, помощь в этом нужна. Даже подарки сейчас закупать, в принципе, если у вас есть такое желание, можете ко мне подключаться, будем совместно это делать в наших магазинах. До речі, щодо подарунків, а як саме це відбувається? Діти вам пишуть листи, або ж є у вас якась спеціальна база, що там ви можете там людині показати, ось там обирайте, який подарунок ви хочете придбати, чи обирати дитину, чи як отут? Ну, как таковой базы электронной нет, потому что у нас список в живом формате, у нас есть определенное количество интернатов, с которыми мы сотрудничаем, и они нам подают список. В принципе, когда был у нас доступ к детям, и когда мы приезжали к детям, дети писали сами письма Деду Морозу для того, чтобы мы потом могли эти мечты реализовывать. Сейчас это, конечно, в онлайн-формате, но на самом деле я практически со всеми ребятами нахожусь на связи 24/7, поэтому, в принципе, это ребята, которые пишут свои пожелания, и этот список находится у меня, и я распределяю уже ну, тех ребят, которые есть в списке, кого еще не забрали, я предлагаю людям, ну, тех ребят, которые есть еще. Таке ще делікатне питання. Якщо дитина, ну, найчастіше діти в інтернатах, я так розумію, що пишуть Діду Морозу про те, що вони хочуть родину. І як ви, як волонтери, в таких ситуаціях діяти, можливо, більше приділяєте уваги? Чи це ще якісь спілкування з психологом? Ну, ви ж не можете компенсувати так, такі, ну, такі бажання. Ви знаєте, коли я тільки починала з ними общатися, дружити, це було 11 років назад.
Я каждый раз приходила и плакала, и каждый раз дома задавала себе вопрос, готова ли я, зачем оно мне надо? Ну, у меня нормальная, обычная жизнь, зачем мне погружаться вот в эти там беды, несчастья и все остальное? Потом, когда я подумала о том, что для этих ребят это их норма жизни, у них другой жизни, другой реальности нет. Поэтому я могу либо быть рядом с ними и научить и помочь их быть счастливыми и успешными в их этой реальности, возможно, что-то превозмочь, преодолеть. Либо, ну, я буду себя жалеть и находить какие-то оговорки, почему я себя оградила от этого. Поэтому я для себя решила, что, ну, мало того, эти ребята не меньше всего требуют нашей жалости, наших каких-то там сожалений. Они очень вполне понимают свое положение, конечно же, нуждаются в любом случае потребность нормальная папу, маму и семью. Обязательно нужно говорить о том, что мы как волонтеры не можем заменить ни папу, ни маму, иначе, если мы даем такую надежду ребенку, мы понимаем, что мы подвергаем ребенка к тому, что будет потом очередная травма. Поэтому, когда мы общаемся, во-первых, мне очень приятно от того, что нас никогда не называют дети спонсорами, нас дети называют друзьями. Это наша такая основная позиция, что мы не спонсоры, мы друзья. И мы чаще всего дарим больше общения, дружбу и какие-то время вместе, какие-то интересные события, чем какие-то материальные вещи. Но не без того, что мы, если появляется возможность как-то и материально поучаствовать там, в жизни интерната, в жизни конкретного ребенка, мы, конечно, не упускаем такую возможность. Но мы очень настроены больше на то, чтобы, ну вот грубо сказать, давать ребятам удочку, а не кормить их просто рыбкой. Ну, це наше таке убеждення. І давайте наостанок кілька слів про ваш вже реалізований, успішно реалізований проєкт. Ну вот мы только закончили, да, он назывался «Посылка с любовью», это был пилотный такой проект, я надеюсь, что мы еще сможем повторить его. Тоже все происходит стихийно, потому что есть добрые люди, у которых возникает доброе желание. Наши добрые знакомые, которые уже давно живут в Америке, просто собрали средства. И под конкретные семьи, которые живут в Украине, этот проект был рассчитан на семьи, живущие по всей Украине. Они собрали под конкретные нужды этих семей, которые воспитывают кто одного ребенка с инвалидностью, у кого-то несколько деток с инвалидностью в семье, одежду, обувь. И мы потом вот из Днепра собирали, формировали эти посылки и отправляли по адресу этим семьям. Честно вам скажу, я ожидала определенный результат, но я не ожидала, что этот результат будет настолько ну, ярким. Самое удивительное, что благодарили очень сильно и за вещи. Вещи были очень классные, качественные. Удивительно было, что благодарили за вещи, потому что они новые. А второе, вот такое, знаете, мамочки там со слезами на глазах, что спасибо. И наша идея была не только для детей вещи, а мы и для родителей, потому что мы знаем, что чаще всего эти семьи ложат абсолютно всех себя на алтарь вот счастья и здоровья своего ребенка, абсолютно забывая о том, что они у себя тоже в жизни есть. И там были просто банальные комнатные тапочки, мягкие. И мамочки писали, что они там по 3 года мечтали о таких тапочках, и вот теперь у них есть тапочки. И, ну, это очень ценно, это очень дорого, и мы очень рады тому, что наша была идея, чтобы мы прикоснулись сердце к сердцу. И у нас это получилось, мы именно этого результата ожидали и очень рады. Поэтому подключайтесь к нашим проектам, всегда есть чем заняться. Якщо підсумувати, то добро – це просто, так? Я дякую вам, що сьогодні до нас завітали. На жаль, ефірний час у нас закінчився. Я нагадую, що в наших гостях була Ольга Зирянова, засновниця громадської організації «Кожна людина гідна».
Ольга розповідала про те, що в Дніпрі так волонтери шукають помічників для привітання людей з інвалідністю з новорічними святами. Потрібні не більше гроші, так, а люди, аби приділяти таким дітям увагу, саме дати спілкування. Якщо ви бажаєте долучитися, то сьогодні на сайті телеканалу «Відкритий» буде стаття, там будуть всі посилання та всі контакти пані Ольги. Також я хочу нагадати, що «Відкритий» до своїх глядачів «Відкритий». Якщо ви бажаєте долучитися до наших обговорень, до наших тем, запропонувати свою якусь таку проблему або ж якесь питання задати на наших сторінках, в соціальних мережах, які наразі бачите на екрані, шукайте дописи прес-центру і пишіть прямо у коментарях ваші побажання. Ми обов'язково все побачимо та про це розкажемо. З вами була Анна Гробанчук. Дякую за увагу.